мне не показалось, вот же она лежит. Нет, то есть она действительно умерла? Она отлично справилась со своей работой. Удивительно, тут очень спокойно. Мне из-за этого неспокойно. Нихуя, нихуя, стреляют, блядь. О, пальба, пальба. Какого хера ты стреляешь по мне? Да он меня схватил. Ты что меня за жопу хватаешь? Я не хочу тупить, блядь. Нихера он меня пнул. О, бежит, сука. Нет. Охуенно. По диагонали, да твою мать. То есть вы хотите сказать, что я сюда не допрыгну? Допрыгну, я говорю. Не допрыгнул. Давай выйдем здесь. Водитель, моя остановка, выпусти меня. Сука, не работают у тебя кнопки никакие. И руля нету. Как ты ездишь? О, друг. Сука! Это, конечно, классно. Вставь, пожалуйста, его обратно. Почему ты так смешно бегаешь? Блядь, мне перезарядить надо. Это школа или кафетерий? Что это за херня? Слушай, это дело принципа. Я за ним хочу вернуться. Все, дробовик, жди меня. Я тебя не оставлю. Я тут его выбрасывал. Забрали мой дробовик. И нахуя мы сюда бежали? Утречка, ты на канале Gante Games, где мы с тобой играем в разные игры. Продолжаем Cryofear. Будем мстить, видимо, мы в этом метро за дробовик утраченный. Ну и сейчас тебе расскажу очень интересную историю. Суть истории какова? Я до этого эту серию пытался записать, но у меня что-то не так случилось с записью, и все получилось через жопу максимально. Ничего толком нормально не записалось, и теперь мне приходится это все перепроходить. Вот в чем вся проблема. Поэтому будем с тобой вместе это снова перепроходить. А, я именно, чтобы ты понял. Сейчас. Так, это что? From the creators. От создателей Cryofear. Что-то интересное. Это фильм или новая игра? Так. Стандартная реклама мази от геморроя, не знаю, зубной пасты. Зачем нам туалет? Это что-то такое нехорошее, туда не смотри. Странная реклама шприца. Тут то же самое, да, все. Так. Хорошо, пойдем. Так вот, мне пришлось перепройти всю игру заново. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, ты почему не умерла? Всю игру заново. Почему это именно так произошло? Потому что, когда я понял, что все плохо записалось, я попытался слепить из того, что было, но получилось все очень плохо. По итогу, пришлось искать другие сохранения, чужие, с того места. Ой, ой-ой-ой! Так, тут очень темно. Вот так, давай. В итоге я начал играть, понимаю то, что там какая-то проблема в том, что ничего у него, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, что ничего у него нету вот этого человека, который играл, что у него кроме пистолета и ножа ничего нет. Думаю, ну ладно, если что, мы можем потом это как-то перепройти. Ой, я тебя не увидел, не увидел. Все, умрем. Твою мать, что делать? Маус один, маус один, маус один. Не плачь, не плачь. Сейчас мы ее... Вот она, мразь. Вылезла. Так, тут все, больше никого? Она меня сбила. Сучара. И получается, у него там ничего не было? Ой-ой-ой, тут кто-то будет? Нет, нет, никого. А, это вот где мы были. А другая? А это в самом начале, которая дверь. И вся проблема в том, что у него еще один слот
не работал. Ой, уйди, блядь. Уйди, дай пройду. Сука. Ай, надо выключить свет. И вся проблема в том, то, что... Блять, не могу я так сразу все делать и думать, и говорить, и бежать. И этот слот никак нельзя было использовать. То есть все, он недоступен. И мало того, что... И мало того, что и так оружия нету, а когда если что-то находишь... Ой, батарея разряд. Надо было выключить его, я так и знал. Это из-за этого он разрядился или нет? Этот слот, короче, никак нельзя было использовать. То есть в итоге у меня вместо 6 слотов вот этих доступно 5. То есть вот как вот этот пустой, и в него ничего нельзя положить. Он говорит, что у меня полный инвентарь. А это, как ты понимаешь... Так, это, видимо, дверь открылась. Это как бы вообще ерунда полная. И когда я понял, что все настолько плохо, пришлось начинать игру полностью заново. В итоге я допрошел, перепрошел. Поэтому сильно не удивляйся, если увидишь, что у меня много патронов, вот как сейчас было для пистолета. Видишь, у меня 10 обоим. Потому что я очень быстро пытался все пройти и все адекватно собрать. Но пока мы будем бегать с вот этим. Так, я кого-то слышал. А, это хрюкает кто-то. Это хрюкают эти твари. Вот они, блядь. Сука! Иди сюда! Да, блять, я не могу по тебе попасть! Оп, патронов нет! Попаду? Да что такое? Да бред какой, блять, слезь! Еще один! Какая сильная отдача! Я сейчас тебе поближе подойду, впритык прям! Сколько в тебя стрелять? Не лети за мной! Не попал, дурак. Все. Так, и нам получается сюда. Правильно? Правильно. Эта хрень нас не должна схватить. Тут ничего нет? Ничего нет. Так. Так. Ага. Ой, что это? Вспышка. Это которые эти ярко светят? Они? Так, начнем. Оп. Как мы, интересно, спускаемся. Ну, давай. Нам, видимо... А, у нас же телефон разряжен. Вот зачем нам эта вспышка, которая будет светить все. Понятно. Ой-ой-ой. Так, подожди. Теперь нам тогда нужно поменять тебя на третью. Взять вот так. Она как за... Бля, так не видишь ни хрена. Взял. Тут что-то есть? Ничего. Тут? Ничего. Так, блин, можно все попропускать. Потому что очень плохо все видно. Очень плохо все видно. А, нужно выбросить вспышку, прежде чем лезть туда. То есть вот так, да? Как она в слоумо падает. Ну, залазь. Да, и вот он нас показывает, он справа внизу, еще две вспышки у нас есть. Так, так. Как долго мы поднимаемся? Так, никого не вижу. И ничего тут нет. Ага, еще одна нашел, отлично. Поэтому, надеюсь, сейчас у меня все запишется нормально, и мне не придется перепроходить 1000 раз. Все это заново. О! Так. Кто-то сейчас поедет? Давай. Влево пойдем. О! Тихо! Бежим! Бежим! Бежим!
Что? Почему я... Так. Почему я не смог пробежать? Это же что за невидимая стена была? То есть мне туда идти не надо? Так, я предлагаю тут в темноте пробежать. Потому что мы знаем, что здесь никого нет. Ага. Так, вот так. И не будем как раз вспышку тратить, раз мы уже тут все знаем. Там, получается, надо было справа идти. От этой штуки. То есть не по левому краю, а по правому нужно было идти. Так, давай вот тебя на первый поставим, чтобы я тебя быстрее выбирал. А, вот это. Так. Нам сюда. Тут что-то лежит. Патроны. Ага, ну у меня они полные. Тоже поедешь? Ой, блядь, беги, 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 беги! Он не добегает! Я прям... Ну, как бы это странно. Это странно. Максимально. Мне не туда получается вообще. А от этого поезда невозможно убежать. То есть я могу убежать, но мне что-то не дает это сделать. Видимо, нам все-таки не туда. Ну и патрон нам, получается, тоже не нужны. Патронов у нас тоже сейчас для пистолета предостаточно. Но и это не ловушка. Патроны, то есть я их могу взять и вернуться. Из-за этого поезд не поедет. Должен быть какой-то другой путь, получается. Так. Тут ничего. А, и ты не сохраняешь, да? Один. Вот так. Пойдем с тобой. Так. Так, значит, за теми патронами мы не пойдем. А куда ж тогда бежать? Ну, я никаких дверей не вижу. Это мусор. Твою мать! Серьезно? Блядь! А зачем я вот это все делал? Как я не заметил эту лестницу? Что за бред? Ее не было там. А если была, то я не видел. А что ты молчишь, что она тут была? Я ж тебе говорю, ты мне кто по бочкам бьет? Так, опять тьма. А, так, три. Так. Зажигай. Вроде пока все тихо, спокойно. Так. Кто бьет? Да что такое? Бьет по бочкам. Давай. Зачем вы это делаете? Вам хочется лишний раз меня напугать? Так, еще одну зажигаем. Тут никого нет? Ага, вспышка. Сюда. О, так, лезь, лезь, лезь. О, меня задело сейчас? Жизни потратил? А, у меня так много шприцев. Это же не шприц. Ой-ой-ой. Сейчас меня бы на мясо бы покрошило. Как открыть секретные вещи? Куда страница добавлена? А как прочитать эту страницу? Так, мне нужна твоя помощь. Если ты знаешь, где читать эту страницу и зачем мы вообще ее подобрали, то ты мне напиши, пожалуйста, об этом. Потому что мне очень интересно, зачем мы все это делали. Блять, кто-то идет за нами, я не пойму. Так, сохранение есть. Шприцев у нас много. Да, пойдем. Ого. Нет, нет, я не смогу тут пройти нормально. Ай-яй-яй. А куда нам?
Ой-ой-ой, темно. Ой, темно. Что ты сделал? Я ничего не вижу. А, нам туда нужно. Так. Вот таким образом, да? Ой-ой-ой. Получилось. Я запрыгнул. Сюда. Тихо. Тихо. Опасно. Получается, я прошел? Отлично. Ой, ужас. Взял. Кто это? О, ты что? Ты что такое? Блин, надо перезарядить. Он сразу бросает ее. Так, ладно. Тут с одним патроном вообще делать нечего. Тут нас сразу же покарают с тобой. Еще одна какая-то... Тетя, уйди! Вон она, я видел тебя! Блядь, чикнула меня! Я же видел тебя, я сказал. Если я говорю, что я тебя видел, значит не подходи ко мне. Так. А если мы в другую сторону пойдем? А, тут просто вспышка. Хорошо. А, это мы бросаем. И сюда мы теперь залазим. Так. Берем вспышку еще. Ага, ничего не видно. А, так, там походу... Дохлая кошка, нам туда не надо. Хотя, похоже, надо. Дохлая кошка. Ну, в целом-то... Это было несложно догадаться. Ладно, пойдем дальше. Ой, как хорошо, когда не шумит. Эта штука... Да блин, кто стучит? Зачем эти... Вот... Как бы мне от этой вспышки избавиться? Она очень неприятная. Так, бросай ее к херам отсюда. Спускайся. Очень сильно по ушам бьет этот звук вспышки. Прям не могу. Как мы долго спускаемся. Так, темно, ничего не видно. Так, давай сюда. Тут кто-то появится? Нет, тут просто патроны. И тут ничего нет. Теперь идем в эту сторону. Ой, залазь. У меня, наверное, так рука затекла держать, как он держит этот, эту вспышку. А почему мы на картах ходим до сих пор? Сохраняемся. О, давай спускайся. Еще одна вспышка. Так, ну тут светло, выброси ее. Чтобы она не шумела больше. Так, тут все закрыто. Ой, как тихо, как приятно ушам стало. Прям сразу хорошо получилось. Не, она еще шумит. Затухни, пожалуйста. У нас, получается, ворота открылись, да? О, нет, стой, не дави. Получилось, я все правильно сделал? Там закрыто все. То есть мне точно сюда? Ага, да, мне вот туда, походу, да. Я тут ничего не вижу. Ну, пойдем сюда. Вот так вот. Еще вспышка. Блин, опять темно, опять не видно ничего. Давай. Мы тут не зады... Ты слышишь? Слышишь, кто-то вот как будто идет типа за нами. Ё-моё, нет, 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 нет. Я же сейчас умру! Пока хорошо идем. Бросай. Все, тут добрались, отлично. Давайте больше не будем вот такие вот штуки делать.
Там сохранение вроде далеко было. Не, не хочу. Так. Ага, вот я вижу. И опять включаем. Хорошо, полезли дальше. Бабуля! Бабуля, ты похожа на бабулю. Почему ты похожа на бабулю? О, отлично. Шприцев у нас много, говорит он. Шприцев или шприцей? Вот в чем вопрос. Так, я никого не вижу. О, нет, 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 не убивай, не убивай, не убивай, не убивай. Жри, скотина, напугал меня, блядь. Зря я выбросил. Он сейчас назад не сдаст, я надеюсь. Да какие-то призрачные поезда. Он вон там стоит, оттуда поехал. В итоге он уже тут, а там и тоже он стоит. Что за жесть? Блять, ничего не вижу. Нахера я выбросил? Может, и подобрать можно было. Че я ими так раскидываюсь? Так, тут все вроде спокойно. И светло. Заметь, светло. Так, бросай. Чтоб она вдалеке шумела. Я же говорил, чтобы ты не приближался, тупой псих. Посмотри, что ты заставила меня сделать с тобой. А ладно, ты бы все равно сделал это сам, скорее всего. Он что, пристрелил этого парня просто так? Надо проследить за ним. Вот тебе делать нечего. Иди отсюда просто, следуйте за доктором. А мы что, на Хэнсон Сквер? Мы дошли до места, которое нам нужно. Похоже, чтобы он был... Не похоже, чтобы он был одним из этих монстров. Так, мы, получается, я сейчас на Хэнсон Сквер. То есть мы вот здесь. А были на Сексон Авеню. Вот это мы, конечно, пробежали. Я живу в Кирквилле. Надо найти способ добраться туда. Сексон Авеню, вот. Сексон Авеню. А Хэнсон Сквер. Это где? А Кирк... Кирквилл, вот он, походу. А где Хэнсон Сквер? Я что-то... А, вот и они рядом, прям совсем близко. Так. Ну, доктор пошел сюда. Нам сразу за ним идти надо. Я никого пока не вижу. Пока все спокойно. Вниз нельзя. Тут пройти тоже, видимо, нельзя. И тут закрыто. Но тут сохранение есть. Вот черт, похоже, что он закрыл и эту дверь. Почему он это делает? Тут лежат ключ и батарейка. Пожалуй, стоит взять их. Ключ и батарейка? Вам нужно два предохранителя для Хэнсон Сквер. Один был на станции Сексон Авеню. То есть нам бежать обратно? За тем предохранителем конченым, который лишил меня дробовика? Вы с ума сошли? Так, давай возьмем батарею в первую очередь. Выброси. Ты их поштучно выбрасываешь? Серьезно? А у меня их так мало было? Так, беру батарею. Телефон и батарея. Батарея для моего телефона, надеюсь, она заряжена. Собрать. Вот так. Берем телефон. А, получилось. Супер. Она еще и полная. Отличный. Отличная новость. Берем вот это. И берем вот это. Ключ от дома на Рональд Стрит. Ключ от дома на Рональд Стрит. Ключ с биркой Рональд Стрит. И предохранители нам нужны. Сохраняемся. Блин, а как нам обратно-то бежать? Это же жесть.
Для чего это все сделано? Чтоб я лишний раз пострадал? Ой-ой, я слышу тебя. Падла. Убил. Энсон Сквер. Ой, нифига себе. Близко прилетело. А, патронов нет, не лети. Там еще один стоит, я его вижу. Да почему такой живучий? Почему и ты такой живучий? Это не подходи ко мне. Да убей. Отлично. Так, ну я тут не видел ни патронов, ничего. Надеюсь, мы не пропустили их. Это будет неприятно. Так, тут я тоже ничего не вижу. Нас током-то не переебет? Из-за того, что мы по путям так ходим. Спокойно. Ой, может в вагон можно залезть? Нельзя. Никого нет? Никто меня не поджидает за углом? Никто. И все двери закрыты. И вот это, видимо, на другую станцию переход. Но он нам не поддается. Я ничего не вижу. Пойдем тогда в эту сторону. То есть мы сейчас каким-то другим путем должны дойти до Хэнсон Сквер. Вот так вот? Нет. То есть мы сейчас какими-то тягулями должны просто пройти? Я правильно понимаю? Или нет? Просто, а зачем мы шли тогда по этой... По метро, если... Ой, здравствуйте! Почему ты не умираешь? Все, патроны кончились. Тогда поменяем тебя вот так. У нас нормально патрон... Ой, тихо, тихо, не подходи. Почему? Почему кончились патроны? Почему? Не иди. Умри. Не хватай меня. Ты меня закружила, мать. Так, Waspet Gardens. Престон... О, Waspet Gardens. Это же где мы бегали. Так, мы дойдем до секса на меню через Waspet Gardens. А там что? Давай попробуем сюда. Все нормально? Ты что такое? Не подходи! Не подходи ко мне! Не подходи! Что-то у меня аж мурашки от такого пошли. Нет. Дорогой мой друг, вы мне не нравитесь. А как? Блять, я его пистолетом не завалю. Я вон у него почти обойму всю всадил. Ой! Сука, умри! В пах тебе стрелял. Падаль. Это контрольно, чтоб не встал. А значит, тут на нас будут стрелять? Нет, вроде все спокойно теперь. Ага. Так, а тут у нас что-то есть? Нет? Все нормально? Ненормально? Так, я пытаюсь пролезть. Тут... Не подходи, блядь, убью! Все. О! Блин, мужчина! Мужчина, не подходите сюда! Не подходите сюда! А что мне делать? А, ну давай выбросим вот это говно. Блин, а вдруг патроны дадут к этому говну, понимаешь? Давай выбросим тут ключ. Давай выбросим его так, чтобы его было видно. Если что, за ним вернемся. Потому что, возможно, это М16. Да, это же она? Да, это она. Она нам должна помочь. Как же мне вернуться за предохранителем? И нужен еще один. Вот Waspet Gardens. То есть мы должны каким-то образом, вот мы вот здесь, дойти до Waspet Gardens и до Sexton Avenue добежать. Взять оттуда предохранитель и идти обратно. Ну ничего себе у вас условия. Так. Сохранимся.
Так, теперь у нас как-то его нужно убить. Ой. Так, и тут одиночный вроде есть, да? Ага, вот, да. Одиночными, конечно, удобнее стрелять. Но он убивается, но уходит вся обойма на это. Это разве нормально? А если их там много? Давай, она будет у нас первая. Вот так сделаем. Ах ты! Скотина, скотина! Да что такое? Почему ты стреляешь сквозь машину? У меня жизни так не хватит. Кали. Совсем с ума сошел. Так, бери вот это. Так, давай, наверное, туда пройдем. Сначала. Где этот был большой дядька? У меня как раз есть оружие, чтобы мы его просто так не потратили, а прочистили себе там путь. Нам же от этого будет лучше. Васпет Гарденс. Да, нам сюда. Так, я поставил одиночный, да? Я стреляю по тебе. Так, пиздует прицел, так не видно ничего. Нет, 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 да почему? 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 Получилось. Сложился. Это хорошо. О, еще один. Так. О, не подходи. О, ой. О, а вы откуда? Блин, хватит меня пугать. Скотина, блять, не подходи. Не подходи. И ты не подходи ко мне. Расстреляю, расстреляю. О, блин, все, у меня уже обойма не остается. И что делать? Ужас какой. Ай, подожди, винтовка. У нас же есть винтовка. Давай ее возьмем сюда и попробуем их убивать, вот этих вот больших дядек, с винтовки. Как тебе моя идея? Так, я не... Бежит. Блять, не хочу на тебя тратить патроны. Вон он идет. Блять, задержи дыхание. Да сколько? Тебя я не с первого... у меня кончились патроны. Нет, какая-то ересь. Почему я даже его не могу с винтовки снять? А, сложил. Ну, в него тоже много уходит этих патронов. Блин, давай, короче, бегать тогда с пистолетом. Блин, нет, того я сниму вот так. Так, где это оружие? Вот так, раз он далеко стоит, правильно? Чтоб он не бегал до меня. Так, тут копать, видимо, надо, нужна лопата. Разбиваем. Ай, подожди, это не те двери, которые как раз в этом саду были закрыты. А это похоже на то. Они же как раз были заблокированы. Да, точно это оно. Я так и думал. Тогда у нас получается здесь нужно что-то выкопать. И можно пройти туда. Вот тут у нас дурачок уже один ждет. Так. Патронов мало осталось. Вон он бежит. Да ты попади по нему. Больше никто не бежит? Вот один бежит. А ты там и стоял. Я тебя видел. Да что ты будешь делать? Тупик, блядь. Получи. Так, а тут что у нас? То есть двери, да? Двери не поддаются. Надо не забыть, что у нас там ключ лежит.
Двери не поддаются. Тут все, никого нету? Тут у нас что? Тут у нас ничего. Тогда идем. Вот эту дверь тогда проломим. Лопата. О! Так, сейчас я разломаю, подожди. Как же долго он ломает руками доски. Так, и вот эту. Последнюю. Так, нам нужно что-то выбросить. Давай выбросим тебя, у тебя нет патронов. Берем лопату. Блин, надо посмотреть карту. Давай выйдем, посмотрим карту, где что лежало, чтобы мы время не тратили на бессмысленные поиски. Тут на меня никто не нападет. Получается, один здесь и два прям рядом там. Ага. Тогда идем... Вот так будет быстрее. Сразу две откопаем, обойдем вокруг. И там последнюю возьмем. И как раз заберем обратно оружие. Тут будет что-то полезное лежать. Вот как раз к нему и патроны. Вот прикинь, я бы сейчас выбросил его. Ну вообще. Сейчас, конечно, я его выбросил. Вот. Вот это хорошо. Вот к этому оружию мне и нужны были патроны. Идем сюда. Так, тут где-то я видел. Где-то, вот она. Одна тут должна быть. Шприц будет? Нет, еще один патрон. Это замечательно. Так, ты уйди, а ты возьмись. Все, пойдем. Значит, пока что, с ним будем бегать? Пусть с ним будем бегать. Так, а нам нужно добежать до Saxon Avenue. Так, я никого не вижу. Она еще тут? Что? Я взял. Интересно. Ну пусть будет. Почему нет? Она тут оружие спавнит, я не пойму. Тут дробовик у нее тогда лежал. Лучше бы дробовик мне вернула. Лежебока. О, сохранение. Это дело хорошее. Особенно, когда мы так далеко уходим. То есть, ну ты представь, зачем просто мы это все делали? Для чего? Ой, нет, уйди! Умерла. А я тебя вижу. О, попал. Патрончики. О! Не стреляй по мне. Я тебе в голову попал? Вроде не старался. Ой, я увидел тебя. Какое хорошее оружие. Стреляет сразу в голову. Ну мы уже близко, насколько я помню. Мы прям очень близко. То есть мы должны вот это, по идее, пройти. Местность. И потом начинается... Что это? Ты кто? Что это? Что это? Что это? Что это сейчас было? Меня это немножко напрягает. О-о-о! В смысле? В смысле? Уйди! Дядька! Блядь! Патронов не осталось. Ты же за мной не придешь сюда? Может, вот так к тебе я выйду лучше? Вон он идет! Так, тухнет свет. Это на нас он насылает проклятие, как та бабёшка или нет? Которая в платье, в белом. Ну все, бери пистолет обратно. Хотя, слушай, нам же дали хорошее оружие. Просто вдруг опять попадутся эти гиганты. Ладно, давай с ним ходить. А это не Рональдс 3? А то вдруг я... Так. Выкинул ключ, а мне прям сюда и надо. Я тебя вижу. Попал. Попал.
Не попал. Попал. Все? Больше никто меня не ждет? Вон он бежит, вижу. Да почему ты такой живучий? Я ж тебе стреляю прямо в голову. Теперь вроде все спокойно. Отлично. Ай, ты как ты такой меткий? Блять, рядом стреляю. Не уходи. Надо срочно колоться. Итак, берем оружие. Это не подбирается. Ай, нам что-то выбросить сейчас нужно. Блин, иди, короче, ты в жопу. Ты мне не нужен. Блин, ну я постараюсь за тобой вернуться, но не обещаю. Пойдем тогда сюда, обратно бежим. То есть все, у нас предохранитель. Нам его нужно вставить туда. То есть, пробежал. То есть вернуться обратно. Блин, конечно, вот просто мы этот путь делаем. Я не совсем понимаю, для чего мы всем этим занимаемся. Только, ну прикинь, столько бегать, столько бегать. Ладно, я тогда решил просто пробежать за дробовиком. Так они еще хлеще сделали. Они решили, что, а пробеги-ка ты до предохранителя. Ну ничего себе, у вас, конечно, идеи. Только бегать просто... Зачем? Ну, давай хотя бы будем быстренько пробегать эти места, где мы уже были. Сюда, сюда. Просто уже так выучили их. Я и в прошлый раз тут пробегал. Также за дробовиком бегал. Туда-обратно. Но я буду на каждом сохранении сохраняться. Чтобы, если что, не пришлось издалека бежать. Она нам больше оружия никакого не даст? Она может там из-под пол... Я думал, она исчезла. Ты так хорошо сливаешься. Ты как хамелеон. Так, получается, нам нужно освободить место для вот этого. Блин, наверное, я потом все-таки вернусь за этим оружием. Я слишком принципиальный. Наверное, это будет тоже перемотки. Хотя, в целом, ты это все видел. И смысл тебе смотреть это еще раз. Я, возможно, просто вернусь за ним не в записи. Потому что... Тут в целом-то ничего больше не будет происходить, а бежать, ну, реально долго, реально долго. Просто, чтобы ты понимал, мы еще не прибежали. Пойдем сюда. Просто вот эту местность я еще пока не выучил. Насколько далеко нам снова бежать до метро. А, ну, в целом вот. Ай, ты что, дурак? А сейчас тут кто-то тут появится? Мне просто не нравится, что музыка заиграла какая-то. Страшная. А пока вроде тихо. Бежим. И зачем нам этот доктор? То есть он у нас будет противник главный? Так, подожди, если он, получается, убил... Так, два предохранителя. Применяем. Один есть. Сохраняемся. То есть он, получается, убил того типа. Но нас он не убивал, когда мы его встретили. Это что за странности такие? Так, короче, ладно, я за ним побегу. А смысл нам бежать? Надо подумать. Смотри, у нас там лежит ключ, который нам понадобится. Ключ. То есть мне все равно выкидывать это оружие придется. Оно просто будет чуть поближе. Оно все равно идти опять сюда. То есть в целом можно все собрать. То есть взять ключ, открыть, взять предохранитель. То есть нам все равно придется выбрасывать этот пистолет. И потом уже, если я не забуду, я за ним сбегу, но могу забыть. Поэтому давай на этом и остановимся. Побежим уже в следующую сторону. В следующей серии.
Подписывайся на канал, оставляй лайк и комментарий, делись этим видео с друзьями, ставь колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Всего доброго!